Два цветочных мероприятия стартовали в городе Хэцзэ провинции Шаньдун. Это Всемирная пионовая конференция и Международный культурный и туристический фестиваль пионов. Цель мероприятий – повысить популярность сортов, которые выращивают в Хэцзэ на глобальном рынке. Мои коллеги расскажут подробнее. Город Хэцзэ известен как пионовая столица Китая. Не случайно именно здесь решили провести Всемирную пионовую конференцию и Международный культурный и туристический фестиваль пионов. Этот цветок – символ богатства, счастья и процветания в китайской культуре. Его воспевали поэты и обожали императоры. До сих пор пион остается любимым декоративным цветком у китайцев. Его активно применяют в производстве косметики и продуктов питания. Конференция и фестиваль призваны укрепить имидж пионов из Хэцзэ как самостоятельного бренда во всем мире. Когда мы рассказываем историю о пионе, мы выражаем видение людей всех стран о процветании и мирном развитии своих государств. Мы вносим вклад в построение сообщества единой судьбы человечества. Также мы хотим рассказать историю пиона как цветка благополучия и счастья, выражая стремление людей во всем мире к лучшей жизни. Дискуссии за круглым столом и тематические семинары охватили самые разные темы – от инновационных способов популяризации пиона до прав интеллектуальной собственности на прекрасный цветок. Это фантастическое сокровище, которое у нас есть в этом городе. Это универсальный символ, вы можете сохранить его красоту, потому что пион знают и любят в каждой стране мира. Этот цветок объединяет. Не остались без внимания развитие пионовой индустрии, а также культуры и искусства, связанных с выращиванием пионов. Есть надежда, что со временем пион станет не только известным китайским культурным символом, но и будет способствовать культурному обмену по всему миру. Джоу Исинь, CGTN.